Видеосоветы представляют вашему вниманию мультиварку для приготовления завтрака. Модель HD3060 от компании Philips. Первое впечатление, что она игрушечная. Разве это размеры для печи? Разве это объем для кастрюли? Разве это мощность для мультиварки? А внешний вид – горшочек какой-то электрический. Потом быстро осознаешь, что и у великих автомобильных брендов есть экономичные младшие братья и сестры. Действительно, если у вас маленькая семья и скромные аппетиты, то 1,5 литра еды вполне достаточный объем. А в большой семье такая малышка может стать второй и помогать старшей сестре. Во всем остальном, кроме объема, эта модель практически не уступает лучшим образцам кухонных помощниц. Красивая коробка привлекает внимание. Правда, она не особо информативная, не Википедия. Открываем и сразу обнаруживаем большую книгу рецептов с красочными картинками. Упаковка такая надежная, что кажется, полярником этот прибор с самолетов можно сбрасывать. Комплектация, прямо скажем, необычная. Недаром, что для завтрака. Вместо ложек и поварешек мы нашли привлекательную мерную емкость с ручкой и двумя шкалами, что очень удобно для приготовления каш. Здесь же были и 3 стаканчика для йогурта, очень качественные, с крышками и календарем годности. А вот привычного контейнера для варки на пару здесь нет. Чаша мультиварки 5-слойная с керамическим покрытием и выглядит очень добротно. К тому же деления на ней отлично видны. А вот ручек нет, а жаль. Сама мультиварка маленькая да удаленькая. Дизайн явно способствует ее хранению на фоне красивого ландшафта при хорошей погоде. Очень стильный внешний вид. Да и сборка не вызывает никаких сомнений в качестве этого гаджета. Нагрев, конечно, обычный. 3D здесь отсутствует. Верхняя крышка съемная, а вот уплотнитель нет. Паровой клапан тоже не снимается. Правда, протереть его не составит большого труда. Конденсат с крышки у вас будет сливаться сюда. Придется вытирать. Инструкция к мультиварке требует очень бережного обращения во время мытья аксессуаров. Поэтому использовать посудомоечную машину можно, но в щадящих режимах и под вашу ответственность. Вопреки жалобам некоторых пользователей, у нас наклейка на передней панели снялась легко, не оставив следов. Да и сама панель оказалась, на удивление, устойчивой к заляпыванию. Управление здесь сенсорное. Касания кнопок отрабатываются безупречно. Стоит отметить, что дисплей великолепно виден и при ярком свете, и в темноте. Да, приготовить на пару здесь затруднительно, но в остальном это полноценный агрегат. Кому-то 6 программ покажется мало, но что мешает проявить творческий подход? Ведь все они имеют настройку времени готовки. В 3 можно менять и температуру. Максимальные возможности имеет, конечно, режим ручного управления, который часто называют мультиповаром. К тому же здесь есть все остальные примочки. Это и отложный старт, и отдельный подогрев, и отмена переходов поддержания тепла, и быстрый старт для каш, и защита от детей. Все, ну или почти все, как у взрослых моделей. Не хватает, пожалуй, только часов и отключения звука. Что касается алгоритма управления, то здесь применен, конечно, не самый простой вариант. Есть некоторые премудрости в настройках времени. Во многих программах сначала идет длительный выход в рабочий режим, и только потом начинается готовка. Нет отдельной кнопки «Отмена». Нет возможности вмешиваться в процесс после старта. То есть к управлению нужно немного привыкнуть. В целом эта крошка оставила очень хорошее впечатление. Купить ее можно где-то за 50-55 долларов. Своих денег она явно стоит. Ура! Ура!